Сегодня день работника налоговых органов России. Служба берет свое начало в 16 веке, когда учредили приказ Большого прихода – первый орган, контролирующий сбор всех государственных доходов. Однако сам профессиональный праздник моложе на полтысячелетия. В Советской России налоговое управление было создано при Наркомате финансов в 1919 году. С тех пор службу неоднократно реорганизовывали как самостоятельное ведомство. Она существует с 21 ноября 1991 года. Эта дата выбрана в качестве профессионального праздника. Сегодня налоговые органы – это развивающаяся структура, в которой особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, повышению качества услуг и созданию комфортных условий для уплаты налогов как физическими, так и юридическими лицами. Во многом благодаря работе службы в Чувашии из года в год растет собираемость налогов. Для сравнения, на 1 ноября этого года объем поступлений 29 миллиардов рублей, что на 13 с лишним процентов больше, чем в прошлом году. Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии входит в десятку лучших в Российской Федерации, занимает лидирующее место среди регионов Приволжского федерального округа.